Тюмени временно закрывают популярные места детского отдыха. Речь идет о бассейнах и игровых комнатах. Такое решение принято в связи с разгулявшимся в городе серозным менингитом. При этом в детских садах и школах карантин не объявляют. Там проведут дезинфицирование. Отмечу, что случаи заболеваемости фиксируются в Тюмени с мая этого года. В то же время в областном департаменте здравоохранения отмечают, что горожане стали реже обращаться в поликлиники с энтеровирусной инфекцией. Число госпитализированных сократилось на 50%. Однако тюменцев все же призывают соблюдать меры профилактики. Нужно пить только гарантированную воду, то есть это либо кипяченая, либо очищенная, либо бутилированная вода обязательно. Мыть руки, стараться не контактировать с людьми, у которых респираторные какие-то проявления. Влажные уборки, то есть это элементарные средства, такие меры профилактики, которые могут защитить человека от заболевания. Кроме того, с целью профилактики вирусных инфекций завтра областной Роспотребнадзор проведет совещание с руководством торговых центров.